Друзья, которые станут соперниками. Первоуральский боксер Марк Урванов поборется за престижный титул с представителем Киргизии Акжолом Сулайманбеком Уулу. Принципиальный бой состоится 7 марта в Екатеринбурге. Да, за рингом мы товарищи, общаемся, друзья. Но в ринге мы не враги, но мы соперники. И если не я, то он меня. Так что нужно будет вырывать победу. Бороться будут за титул VBA Gold. Если первоуралец станет его обладателем, то сможет выйти на следующий уровень, претендовать на звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Добавлю, что Марк Урванов уже входит в десятку сильнейших боксеров мира. Этот статус ему присудила одна из четырех организаций профессионального бокса VBO после победы над уральцами Евгением Чупраковым. К очередному бою первоуралец начал готовиться больше 2 месяцев назад и, как сам утверждает, сейчас находится в лучшей форме, чем когда-либо.